Третий год подряд в Ульяновской области реализуется региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. По информации специалистов регионального оператора Фонда модернизации ЖКХ, капремонт общего имущества в многоквартирных домах носит комплексный характер. Такой ремонт коснулся дома номер 4 по улице Матросова в Ульяновске. Этот дом был сдан 45 лет назад и никогда не ремонтировался. В прошлом году, благодаря региональной программе, здесь уже заменили всю систему холодного водоснабжения, а уже на следующей неделе приступит к приемке работ этого года. А на 16-й год запланировано, значит, у нас крыша, то есть кровля нашего дома. Чрезвычайно здорово протекала. 45 лет держалась эта крыша. Еще старая кровля была, так называемая рубероид. Сейчас сделали такую крышу, что она обеспечит нам безопасность от протекания в течение 30 лет. Для завершения комплексного капитального ремонта в следующем году здесь приведут в нормативное состояние канализацию, системы горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения. По словам старшего по дому, сами жильцы, многие из которых перешагнули пенсионный возраст, сами никогда бы не справились с такой грандиозной перестройкой. Сейчас дом в буквальном смысле слова возрождается. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.